Так, позырим, как топовые гильдии убивают ИВК-25. Прокомментировать, а то говорят там, блядь, удалят, там, с твича, блядь. Так что прокомментировать, посмотреть. Так, давай, пауза. Сука, пауза, я сказал, блядь. Ой, блядь. Совсем неудобно, блядь. Так, ну что я тут вижу? Локи. Это, кстати, первый рейд. На Ануба они другой собирали немножко. Два хэпала, Эрду, Шам, ДЦ. Потом что? Четыре лока. Вот вары есть для бафов. Элемы, сова, наверное. Протопал. И еще кто-то, блядь. Ладно, хуй с ним. Это у нас кто, кстати говоря? Это у нас какой-то, блядь, копал, что ли? А, так это этот. Это ЭГМ и есть. Так, какой-то дрочево, блядь, долго. Где босс уже? Так, ну, блядь, что-то долго, много перемотал. Так, громок. Били громока, и вот ключевой момент черви. Total DPS здесь не видно нихуя. На первом месте Хант, Диз Демайс, Няшер, топовый вар. Все топовые, конечно. Кинспуни, Ретрик, 12к. Хокси, Скотт. Так, черви. Изначально все бьют зеленую. Как и все предполагают бить. Вон лужа под огненной разлилась. Танк ее отводит. Дебафы появились на людях. Так, удачно разморозили пару людей. Но сейчас уже скоро АОЕ плевок будет следующий. Жуткой чешуи. Вот уже прям сейчас. И там не видно. Короче, после лужи она дала плевок АОЕшный. И сразу пошел танковый рейд размораживать. Так, что там по хп-то у них? Хуя не ясно. Ага. Три ляма у кислотной. На следующей перекопке, на середине следующей перекопки, должен, по идее, выходить ледяной рев. Вот сейчас они два ляма этих добивают. Весь рейд живой, нормально все. Вон сакру дали. На плевок, который в миллизону полетел огненный. Немножко ренжу там словили. Прожимочки отдали. Но дамажит, конечно, сильно, учитывая то, что там и незыбки нажимали люди. И вторая сакра пошла. Еще плевок в мелизону пошел. Еще разбегаются, еще захиливаются. Червяка убили, остался один червь. И сколько у него хп, давай чекнем. Вот пошла перекопка. КП у него вообще... Ну снято 20%. Это тоже имеет смысл. Кто-то мультидотил. Это уже хорошо. И вот сейчас... Секунд, наверное, 15-10 будет выходить белый этот пидорас. Если нет, то значит в 25-ке дольше таймер, чем в десятке. Я просто по десятке смотрю. Но они сливают быстро. Допустим, если он сейчас будет выходить, у них сколько там? 40%. Да, все правильно, 40%. Вот он пошел выход, значит все понятно по таймерам. То есть... Перезакопка первая, перезакопка вторая, то есть они изначальные фазы свои возвращают, жуткое с утробой, и появляется этот петух. Они... Так, червяка сколько там хп? Не видно, блядь. А, вон, лям. Лям с половиной, лям. Она сейчас, по-моему, закопается. Дыхание ледяного рева пошло, дубовой кожи захиливаются.
полукругом отлетают к воротам, выбирают цель. Ну тут дальше все просто. На пути просто у него ничего не должно быть. Тут все понятно, элементарно. ДПС у людей дохуище просто. Пряща ярость — это, конечно, дичь полная. Ладно, можно дальше смотреть. Тут уже понятно, что убить можно. Хотя... А, ну был вайп. Значит, был вайп на белом. Еще был вайп. Понятно, еще раз черви пошли. 3 трупа. Опять вайп. Он врезается во всякую хуйню. Ой, опять вайб, опять сначала бьют. Убили ледяного рева, дальше осталась хуйня. Жорик остался. Смотрим Жорика. Немножко ускорю. Он сакры отдаются, все это под вулкан, понятно. Все, босс убит.
Хилы все живые были, 4 трупа, все нормально, в принципе, ДПС дохуище. Вот тотал не видно. Жалко, что полосочки тотал нет общего ДПС. Ну, судя по тому, что 13 место там, что, 9400. 11 место 10к. Всяко это, по-моему, кот, если не ошибаюсь, или сова, кто его знает. Вот, ну, Хоксис кот 11 тысяч. Маги там понакрутили мощно вообще. Дальше чемпы идут. Надо чекнуть. Пул чемпионов. Убивают они быстро, они шотают. Вот, милики пошли, значит, к рейду уже. Уже, грубо говоря, все пошли к рейду. Потому что тут, кроме как притянуть и кинуть оковы, больше ничего не поможет. С одной тычки убил хэпала. Просто толпа, блять, просто толпа. Хуй знает, что делать. Ну, судя по тому, что убили Лока, рейд дальше живет. Бьют Вара. Как он тяжко бьется под хилами, конечно, это пиздец. Судя по тому, что происходит, рейд падать не собирается, значит, убьют. Перемотаем. Да, чемпионы убиты. Ну, Вальки тут тоже все просто. Лови сферки в рейд, чтобы не прилетели. И оказывается, что нехуй хилить. Дальше пойдут Трай и Ануба. И вайпы. А убийство перелет в другом видео. Ну вот, прилетела сферка в рейд, и минус пол хп. Вторая сферка, это будет ваншот. В принципе, убили, тут все понятно.
Смотрим ФК Аноба. Так, это уже лут. Так, вот пошел пул. Сфер летает всего лишь 6. ДПС у людей мега мощный. На бурсе вон 20 с лишним к. Но это вообще, это большой показатель. Код Хокси сдает 20 к. Вар 18 к, если не ошибаюсь. Сколько там, 15? Да, 15. 14 лок. Смотрим на процентаж босса. Если на закупке босс процентов 75, то это уже успех. А из пати его убрали, скорее всего, паладина, чтобы не смотрели, сколько у него хп, там, сколько чего, там, хуй знает зачем. Может, еще из-за каких-то соображений, не знаю. У босса 30% хп снято, значит, заебись, все должно быть.
Метки хилятся на фул. Их 5 штук всего лишь. И танк хилится на фул.